Привет, дорогие друзья, снова с вами Зомбирус. Сегодня утром вышло новое обновление для Battlefield Hardline, которое готовит игру к дополнению Побег. Помимо подготовки игры для нового DLC, патч добавил 7 новых бесплатных стволов, которые доступны всем игрокам. Еще раз повторю, для тех, у кого нет премиума, вам сегодня подарили очередную пачку стволов. Причем большая часть этих стволов доступна всем классам. Итак, начинаем небольшой список. Все классы получили. Знаменитый дробовик с рычажным перезаряжанием 1887. Бесшумный пистолет-пулемет MP5 SD. Особую версию пистолета G17 с прицелом Койот. Бесшумный вариант АВП под названием АВС. На этом список оружия, которое доступно всем классам, заканчивается и начинается список особых стволов. Штурмовик у нас получил штурмовую винтовку САР-21. Боец поддержки загробастал себе боевую винтовку М-39. И на сей раз она по канону с автоматическим огнем. А снайпер получил винтовку ДМР на основе платформы САР-25. Ничего особенного. Из всех вот этих новых стволов мне больше всех в душу запал 1887. Даже несмотря на его очень низкий темп стрельбы, он оказался очень эффективным и прикольным. И, конечно же, MP5 SD, мечта моего детства, именно пластмассовую версию такого автомата. Он оказался эффективным пистолетом-пулеметом, но 1887 как-то получше, на мой взгляд, в руках сидит. Как я ранее сказал, все 7 стволов доступны бесплатно и для всех. А в состав дополнения войдет несколько ПДВ для инженера. В дополнении будет представлен АУК-пара под патрон Парабеллум, обычная версия MP5 А3, UMP-9 и старый пистолет-пулемет Беретта 12S. Вот такой приятный патч сегодня вышел для Battlefield Hardline. Жалко, что сама игра в полуобморочном состоянии в данный момент находится. Но, думаю, дополнение на некоторое время реинкарнирует Battlefield Hardline. Но, думаю, на этом все, дорогие друзья. Большое спасибо, что смотрели это видео. Прошу вас в комментариях написать, на какой ствол вы хотите увидеть ревьюшечку, обзорчик, гайдик. Пишите все в комментариях, а также ставьте лайки, репостите это видео. Увидимся на поле боя. Пока.